Заглядывает налево, Собчак приревновала мужа к молодой блондинке. Что теперь? Российская телеведущая Ксения Собчак вместе с мужем отправилась на каникулы в Альпы. Здесь они учатся кататься на лыжах. Но так как в роли личного инструктора Константина выступает молодая и привлекательная девушка, то Ксения даже начала ревновать мужа к ней, наблюдая, с каким удовольствием пара скользит с горных вершин. Телеведущая поделилась в Инстаграм видеороликом, в котором она расспрашивает мужа о его успехах в горных лыжах. Беседа велась, пока супруги поднимались вверх на гору на фуникулёре. В начале ролика Ксения, опытный интервьюер, спрашивает Константина, есть ли будущее у российского лыжного спорта. На что Богомолов, с присущей ему скромностью, отвечает: «Он и есть главная надежда горнолыжного спорта». «Константин, это второй день вашего катания на лыжах. У тебя еще очень симпатичная инструкторша, очень симпатичная», – подчеркивает Ксения. И переводит камеру на девушку, Флория. Блондинка в горнолыжном шлеме оборачивается и приветливо улыбается. Видно, что она действительно молодая и привлекательная. «Она вдохновляет тебя», – ревниво продолжает свой допрос 38-летняя Собчак. В ответ Богомолов поспешил перевести разговор на нейтральные темы, мол, его гораздо больше вдохновляют совсем другие вещи.